Всем привет, ребята! Вы на канале Well, и сегодня мы будем играть в школу Балди. У нас начался урок, ребята! Смотрите, сколько много тут одноклассников. Я тут говорю, где я тут? Кто-то поднял там уже руку. Так, кажется, я Балди, ребята. О, вот, начиналось. Они тут еще. Так, давай. Давай. Что у нас тут? Ребята, я разозлился. Они неправильно ответили. Где вы? Ребятишки, вы неправильно ответили на мои вопросы. Я посажу вас в погреб. Так, там что-то выдвигается. Надо посмотреть. Что это там? Что это за кабинет? Какое-то непонятное ущелье или что это? Двери. Так, надо сюда, значит, идти. Так. И вот наша дверка. Тут что-то должно быть. Так, это, кажется, наш кабинет. О, вот и первый наш тут. Ученик. О, привет, помощница. Помоги мне эту ученицу достать. Она плохо себя вела. Ура. О, привет, директор. Давай, работай. Так, где у нас еще ученики? О, привет, батон. Так, тут у нас никого. Ты не дам. О, вот и наш ученик. Привет, ученик. Как дела? Что, захотел сбежать? Сейчас я тебя догоню. Ну-ка, постой. Куда ты побежал? Не, ребят, он взял и убежал. Сейчас мы его тут встретим. Привет, ученик. Чё? Как дела? Не, он убегает. Сейчас другую его там встретим. Мы, как будто бы он не знает, что мы сейчас придем сюда. Так. Нет, его тут нету. Ну ладно, пошлите в эту дверь. Посмотрим, что там есть. О, так вот куда вы делись. Давай, подружка, беги за этой неправильным ответчиком. Все. Ого, ребята, а что это? Ай, так это я всех поймал. О, я поймал это. Понятно. Ого, ребят, смотрите, тут детская площадочка. Хорошенькая. Тут не видно из этого табло, когда оно закончится. О, вот. Смотрите, какая классная площадка. Это да. Ла-ла-ла. Так, ну что, забираемся на площадочку. Идем по сеточке. Что-то за рулька такая. Смотрим пока всю площадку. Горок много. Скачусь со всех горок. Хочу со всех скатиться, ребят. Так, и осталась еще одна горочка. Ой, а что я сажусь? Что-то с этой не хочется съезжать, мне кажется. О, вау, ребята! Мы в школе! Я ученик! Ой, привет, учитель! Какой ты радостный! Привет! Как дела? Хорошо. Ребят, ответьте на мои вопросы. Я отвечу. Я хочу ответить. Давай, я отвечу. Давай. Меня выбери. Меня. Я самый классный. Ну, давай. Так, ну, 10 минус 6 равно 4. Ой, ребята, я провалил задание, я не успел. Прости меня, учитель. Не сердись. Пожалуйста. А куда наш учитель делся? Это, наверное, как я тогда делся. Ого, книжечка. Ребята, 10 минус 7. 3. 7 минус 7. 9. Я не успел! Моя книжечка.
Моя книжечка. Все, тут нельзя книжечку. Надо, давайте выйдем из класса. Так. Ребят, тут директор! Не лови меня! Директор. Прошел. Хорошо. 3 минус 1. 2. 2 минус 2. 0 плюс 0. 0. Отлично, ребят, у меня первая книга. Ой, Балди! Надо бежать, надо бежать. Ой! А это что с этой непонятной штукой? Вон там Балди крутится. Мне очень страшно, ребята. Не надо меня выгонять, отсюда там Балди сейчас выйдет. А нет, это другое. Одного ученика уже поймали. Балди на меня смотрит! Как мне спастись? Балди идет ко мне. Ужас, ужас, не лови меня, Балди. Я знаю, ты хороший. Ой! Балди не... Это... Балди, а что это за погреб у тебя? Кажется, он всех поймал. Ой! Тебе кажется, заснул чуть-чуть. Я заснул, и все. Я заснул. Я заснул прямо на асфальте. Это, наверное, я из погреба как-то сбежал. Вот так, наверное. Ух, наконец-то день. Не хочется, чтобы была ночь. Ночью нас Балди вечно ловит за наши ответы. Даже если ответить правильно, я думаю, он все равно нас поймает. И вот еще какая непонятная школа, слишком маленькая. О, через 15-16 там сейчас будет. Ура, школа! Надо идти в школу. Надеюсь, Балди нас не заругает в следующий раз. Надеюсь, кто-нибудь за меня ответит. Я очень этого хочу. А то это... Ну, хотя нет. Ну, давайте я отвечу тогда. Ура, я в школу пойду сейчас. Школа. Ой, ой, наконец-то школа. Но я не хочу быть Балди. Так, все, я не Балди. Привет, Балди. Привет. Ученики, привет. Балди, а какой у нас сегодня урок? Математики, я же уверен, что веду. Хорошо, я отвечу, хорошо? Хорошо, отвечай. Ура. Так, что ты мне задаешь? Ответь на примеры. 7 минус 9. 7 минус 9? А я не знаю, Балди, прости меня, я не знаю. Что такое 7 минус 9? Я не знаю. Балди, не ругай меня, пожалуйста. Прости меня, Балди. Я не успела ответить на примеры. Ребята, что со мной будет? Ну, я знаю, что всегда будет там Балди на нас рассердится, но это очень неприятно, когда он нас ловит. Такое чувство, что у него с нами обнимашки потом. Так, вот первая книжка. Думаю, все-таки надо бы. 1 плюс 5, 6, 10 минус 8. 2, 7 минус 9, то есть как это, 9 минус 7, я не успел, ребята, нечестно, я не успел, за домашнее задание. А куда вообще Балди-то исчез, вон книжка у Балди по математике, 2 минус 5, 3 Балди, 9, 11, 9, я не успеваю. Ну, я вечно не успеваю. Ну, ладно, может быть, повезет найти какие-нибудь штуки, которые будут им мешать. А в шкафчик можно спрятаться? Ой, можно, ребят, только с другой стороны. В другом Балди можно совсем. Так, никого нет. Никого! Балди! Балди за мной идет! Балди, ну хватит. Я же хочу без тебя вот так вот посидеть, сбежать. С уроков твоих. Ой, Балди там. Как бы быстрее уйти от этого Балди. Какой-то пылесос громадный. Не лови меня, не лови, не лови. Балди, ты меня прости. Я не хочу жить с тобой в подвале. Вот тут какая-то непонятная штука. 5, 1, 2. Ой, меня Балди поймал! Ой-ой! Что-то он меня закрутил. Это я должен был прыгать. Это, наверное, девочка-учитель по физкультуре. Что-то темно, даже факелы не освещают. Наверное, это какой-то
учение для тех, кто плохо все себя вел и того, кто Балди поймал. Вот, ну, ребят, ну, это была очень классная игра. Сегодня мы побывали Балди и учеником. Даже чуть-чуть поиграли на детской площадке, изучили ее тут всю. Ребят, ну я вам рекомендую в эту игру поиграть, она очень веселая. Ну ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока, с вами был Лев.